Сегодня трудный день для российских ВВС. Сразу две серьезные аварии. В Астраханской области при выполнении учебно-тренировочного полета в районе полигона Ашулук потерпел катастрофу истребитель МиГ-29. Оба пилота катапультировались, вышли на связь и были оперативно доставлены в больницу. По данным Министерства обороны, их состояние удовлетворительное. У одного вывих руки, у второго ссадины и ушибы. Боекомплекта на борту истребителя не было. Самолет сгорел и восстановлению не подлежит. До установления причины аварии все полеты МиГ-29 приостановлены. Приоритет версии — отказ техники. Второе ЧП произошло в Воронежской области. При посадке на аэродром новейший фронтовой бомбардировщик Су-34 выкатился за пределы полосы и перевернулся. У него не раскрылся тормозной парашют. Экипаж не пострадал, но самолет получил существенные повреждения.